Хорошо, друзья. Следующая песня, мы ее тоже очень часто исполняем, она о 25 именах пророка, которые упоминаются в Коране. Ну, все это имена, которые нам известны. Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих. Сейчас вы все сами услышите. Какая замечательная обстановка, какие люди, какое отношение друг к другу. В арабских странах тоже там все вот начинают, и православные, и мусульмане, все начинают свои дела со слов «Бисмилляхи рахмани рахим». Все они так говорят, потому что означает это «С именем Всевышнего приступаем к делу».
Но вот нам в Москве еще до таких отношений, наверное, далеко, поэтому мы вам даже немножечко завидуем. Спасибо. Хотим исполнить песню «Альхамдулилля» называется, тоже «Слава Всевышнему», в которой говорится вот о нас. Мы обычные татарские женщины, бросили своих мужей дома, детей, и отправились в гастрольный тур, чтобы познакомить с нашим творчеством. Это песня о нас. Альхамдулилля. Лично дома и прям с желанием все сделали, говорит, вы делаете гораздо больше, чем дипломаты вот своим творчеством, потому что вместо 3 концертов у нас было 10 концертов. Но самое замечательное, когда мы приехали в город Петра, это 7-е чудо света, там по телевидению мы очень много выступали, к нам подбегают люди местные, арабы, говорят, Фирка Медина, Фирка — это ансамбль Медина, вот мы выступали в этом древнем театре, это было потрясающе, вот как сейчас перед вами. Наш концерт называется «Безбрегя». «Безбрегя», то есть мы, московские татары, со всеми вместе. «Бртльда» селешамыз, «Жердымыз бртльда», «Аллаға шикер». И «Хазар сезнен ихтарызга», «Назита Карионым» сезлеріна языл бақчыр. «Безбрегя». Yeah.
she lives.